Друзья, всем привет. Ну что, у нас на дворе сентябрь, идет дождь, резко похолодало, а это значит, что можно в принципе пробовать ловить на лима. Выбор пал на малую реку, как обычно. Буду ловить на закидухе, так что, ребят, посмотрим, что получится поймать. Друзья, ну вот мои бутылки. Агуша детская, раньше такие продавались, сейчас нету. Раритетная бутылка. При забросе леска сразу же вся снимается. В общем, ребят, в том году я ездил, и вот у меня вместо вот этого нейлонового поводка, ну, была обычная леска. И на утро при проверке у меня был сход двух щук. Сейчас я поставил поводок, соответственно, минимизировал вот эту вот утерю рыбы. Так что посмотрим. Друзья, ловить буду, как обычно, на карася. Здесь налим на него хорошо брал. Так что, ребятки, посмотрим. Я его сейчас сразу же в карман положу. Так же, как я зимой делаю, когда выставляем жерлицы. Карай живучий. Чтобы не открывать этот пакет постоянно. Берешь в кармашек, хлобысь его. Соответственно, достал, насадил, достал, насадил, забросил. Ну вот все в таком духе, ребят. Буду выставлять 10 штук. Надеюсь на результат. Что хочется сказать, в том году здесь были раза три. Был низкий уровень воды. Ну и совсем плохо по налиму. Вообще ни одной поклевки. Вот только щучки сорвались. Из-за того, что не было поводка. А так налим даже не обрадовал своим присутствием. Но очень низкий уровень воды был, просто. Сейчас вроде получше. Вообще в сентябре мы уже ловили в позапрошлом году. Надеюсь, этот год тоже будет более позитивным. Ну вот, палку в берег втыкаешь. Сюда бутылку. Ну, сейчас все покажу, ребят. Так, ну что, вот пробуем первую. Карасик. Насаживаем вот так за спинку его. Берем бутылочку. Ну и вот тут вот обраточка такая. О, нормально. Тут, в принципе, как говорится, далеко кидать не надо. Ну и все, и повесили. Повесили. И вот сюда можно закрепить. Вот такая конструкция, друзья. Тоже далеко не стоит. Нормально. Вот так вот. Тут уже моя палка стоит. Все. Так, сейчас кину в то место, где она у меня сорвалась в том году. Она сорвалась у меня вот прямо по центру. Такой вот бросочек великолепненький. Так, ну и последние, ребятки. Уже как раз темнеть начинает. Конечно, в аккурат бы было как раньше, с костерком, с ожиданием, но там мы точно знали, что налим клюет. Кстати, оставлю ссылки на эти видео в описании под этим, одни из самых первых моих видео. Так, ну и завтра с утра проверим, что я хотел договорить. Вот сюда вот на текушечку небольшую, тут обратка вот она идет. Огонь место. Помню, когда снег лежал, мы тут нормально взяли хорошего. Ребятки, ну что, выставился. Время 8 часов. Уезжаю. Завтра с утра
проверка. Все, давайте, ребятки, до завтра. Доброе утро, друзья. Начинаем проверку. Так, ну вот эти вот первые две, которые на базе. Тихо. Здесь тихо. Карай живой. Никто его не трогал. Сразу же ее заматываю. Причем доставать надо не наматывая на бутылку. А достать, потом намотать, то она заодно запутается. Ворвется в траву или еще что-то. Так. Тоже ничего нет. Вода холодная уже. Край живой. Потрепанный даже какой-то. Может, щучка мелкая. Кушок клювом. Ничего нету. Так, тут что? Тоже ничего нет, ребят. Последние две. Здесь щука в том году сорвалась. Вот они стоят. Тут, наверное, поплавок нормально ловится. Эх. Так, ребятки. Вот он. Вот он. Ну, наконец-то. Я уже думал, ничего не будет. Вот какой, ребятки, красавец. Один и есть. Спустя 2 года такой вот боец. За краешек губы совсем, смотрите. Еле-еле. Еле-еле взял. Куда пополз? Вот такой вот, ребятки, боец. Так что все. Разведка прошла боем. Такой черныш. В общем, здесь налим очень вкусно с этой реки. И весь с чистой печенью. Ни одной дырочки не было. Так, ну мы тогда сейчас сразу же проверим вторую. Может, у нее тут выход был. И тут еще один сидит. Было бы просто бомба. Нет, тут тихо. Ну ладно, одного взял. И то нормально. А то, ребятки, если честно, получается, ну где-то вылазки 4. Я тут ползал, снимал. Ну и не хочется фильм выкладывать без рыбы. Соответственно, на этот фильм я заслужил. Сейчас эту быстро замотаем, чтобы не запутать. Стой. Значит, в эту речку он еще заходит. Значит, надо пробовать другие места. И шансы есть. Плюс еще... Скажем так, рановато. Хотя мы здесь всегда в сентябре ловили. В общем, я уже хотел на ней крест ставить, но крест ставить не буду. Друзья, ну что, вот такой вот красавчик попался. Разведка прошла на ура. Если честно, даже не рассчитывал. Приехал проверить старую речку. Налим вышел.
хоть и один, но, как говорится, все равно приятно. Будем приезжать сюда еще, так что, ребятки, давайте, всем удачи и пока.